экзамены, несчастная любовь, тяжелый грипп. У него тысячи лиц и тысячи причин. Что такое рассеянный склероз? Какие бывают симптомы? И как людям принять грозное заболевание? Доктор ответит на все ваши вопросы. 26 мая. В студии врач-невролог областной клинической больницы имени Середавина Алексей Нилов. Программа «Звоните доктору». 26 мая в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».